Возвращаемся в игру. Рыбацкая деревня. Кошмар охотника. Снова открывается с другой стороны. Так, еще здесь пара лачуг внизу есть. Рыбацкая деревня — это замечательно, но я не понимаю, куда идти. Сюда нельзя. Тут закрыто. Спуститься нельзя, тут обрыв. Все огорожено. А, вот куда. Странно, что я не заметил эту тропинку. Так, здесь я убьюсь. Вон эта хрень лежит. Ладно, пока. Пока пойду сюда. Окровавленные наручи. Так, вот оттуда я наблюдал эти хижины. Что еще я вижу? Вижу лестницу вниз. Еще вниз можно спрыгнуть. Так, а если сюда подняться, что меня здесь ожидает? Кто? Какая-то рыба внизу или кто там? Все в рыбе. Лестница куда-то вниз. Еще лестница. Вот есть решетка. Но эта решетка — это срезка. Сюда. Да, к домику.
все понятно. В итоге мне куда идти? Мне, судя по всему, вниз идти. Раз там есть какая-то лестница, потом куда-то там можно дальше продвинуться. Поэтому я, пожалуй, сначала вернусь сюда. Хотя или это уже прям на пляж попаду. Если я вот здесь вот спущусь. Не совсем понимаю, ну ладно. Так, я, получается, вот в эти пещеры зашел. Можно спрыгнуть вниз. Можно слезть здесь. Прям много вариантов, куда пойти. Даже несколько растерялся. А, ну это вот спрыгнуть можно было, все правильно. Внизу кто-то ходит. Здесь, видимо, смерть. О, кстати, там башни всякие, вон, часовые и замок, все под водой. Интересно. Как будто бы это, с ног на голову мир поменялся. Так, вижу лестницу в этот дом. Угу. Судя по всему, на пляж здесь я не пройду, хотя вон там что-то есть. Сейчас все здесь просто проверю, как говорится, отисследую. Так, а здесь-то упасть можно, я так полагаю. Не пойду тогда. Задал.
И еще кусок кровавика. Так, это вот снова я к этой лестнице вышел. Здесь вон еще что-то есть. Вижу лестницу, но пока не понимаю, как попасть к ней. А, вот. Да. Звериная шкура. Нашлась. Похоже, по этим мостикам я как раз спустился сюда, если не ошибаюсь. Лестницу помню эту. Да, по-моему, там проход вон уже. Ладно. Пойдет. Теперь сюда. Что ли? Ну да, все правильно, я же с маяка спустился вот сюда. Ладно, эту деревушку, так называемую, я зачистил. И да, здесь не пройти. Так, а тут вообще убиться можно опять. Смотрю, яма. Да, можно провалиться просто, осторожно ходить. В общем, что могу сказать, замануха какая-то. А, вот еще вижу, предмет какой-то не подобрал. Как мне его взять? Судя по всему, сюда, теперь сюда, и где-то здесь надо смотреть, как спрыгнуть. Так, я вижу врага еще и кучу. А, вот где прыгать, все понятно. Кусок кровавика, две штуки. Целую кучу кувшинов с маслом. Если бы этот рыболюд сейчас хорошо попал, я бы там неплохо так подгорел. Но он не попал, и мне повезло. Разумеется. Ну что ж, делать нечего, надо выбираться отсюда. В принципе,
принципе, несмотря на то, что здесь тупик, я все равно очень доволен, что я пришел сюда. Зачистил полностью местность. Убедился, что здесь ничего нету, и на пляж здесь никак не выйти. Наверное, вот к той белой хрени мне как раз надо на пляж, поэтому... Единственное, куда мне сейчас остается идти, это вот вниз. И вокруг, видимо, вот такой круг давать, и там уже, я думаю, будет доступна какая-нибудь лестница или там тропинка к пляжу. Мерзкие улитки. Ненавижу улиток. Ну, точно какая-то рыба. Еще вон эти твари там плавают. И кто-то вон ходит с копьем, то есть... Вообще в самый низ, значит, нужно спуститься. Ну ладно. Как ты умеешь? Из ракушки, что ли, выпрыгнула? Ну а мне ничего не остается, как продвигаться сюда. Пойду сначала налево.
Нет, туда не пойду. Окровавленные штаны. Свинцовый эликсир. А, вот я где. Под домиком оказался. Да, вон опять этот пляж и вот эта штука непонятная. И, судя по всему, мне все-таки нужно вот туда вниз прыгать. Только как-то, наверное, осторожно это надо сделать. Вот не хочется мне туда прыгать. Мне кажется, там вообще ничего нету, и я убьюсь. Или нет. Или это лестница. Да, это лестница, точно, 100%. Ну все, значит, осторожненько. Есть. Лестница прямо в какую-то тьму. Жуткую тьму. Это что? Вот оно в чем дело. Так, что-то мне здесь как-то не нравится. Спрыгнул я, значит, сверху. Так, еще раз. Здесь ничего нету, надо убедиться. Здесь ничего нету. Теперь туда пока не пойду, пойду сюда. На голоса. О, черт возьми! Вот о чем я говорил. Безумие — это самое худшее вообще, что есть. Так, надо срочно одевать. Вороньи перья. Так вот. Шкала безумия заполнялась сейчас гораздо медленнее, и я успел выпить успокоительное и не получить этот чудовищный урон. Там просто, я не знаю, наверное, 90% он сносит. Когда заполняется шкала безумия. Что за неуловимое? Никак не мог в нее попасть. Так, это, собственно, самый нижний уровень, который я видел вон там, будучи наверху. Еще не знал, как туда сюда спуститься. Вот, наконец-то спустился.
где бьют молниями? Я не могу. А, вот он. Спрятался тут. Ну, молодец, ты спрятался. Но от судьбы не уйдешь. Кровавый камень я нашел? Или мне... Я нашел кровавый камень. Эта штука увеличивает... До 10 уровня улучшает оружие. Одна была в кошмаре Мэнсиса такая штука. Я Чикаго усилил. Одну я купил у торговцев за озарение, за 60 озарения. И вот. Здесь оказался еще один камень. Это просто восхитительно. И здесь тупик. И больше камней не будет в игре. Конечно, можно всегда купить за озарение, но вам просто не хватит его в таких количествах. Вот у меня сейчас 58. Не хватает. Я могу там, конечно, черепки вот эти использовать. В принципе, у меня их нормально накопилось, но все равно. Ну, одну штучку еще. Ну, в принципе, не надо. Чикаго и лук прокачаны. Остается только Эвелина, то есть моя пушка в левой руке. Ну что ж, не зря я сюда шел. Очень приятный предмет, прямо очень приятный, редкий. Ага, лестница... Куда-то, яма и акулы. Потрясающе. Понятно, урон не проходит. Ну, сразу с двумя акулами драться, это я вам скажу. Мероприятие не самое веселое. Так, вот там я еще не был. Проклятый, ох, какой-то народ, сам с кровь. 6. Что это вообще было? Вот, проклятый, ох, народ, сам с кр... Ничего не понимаю, ну ладно. Атака на рот, плюс 26,7. Что такое рот? Атака на чудовищ, минус 10,7. Я не знаю, что значит рот. Не понимаю. Вряд ли я буду этим пользоваться самоцветом. Вот в такой вот яме. Непонятно, и все это валялось. Но здесь я сейчас делаю перерыв, и в следующей серии отправимся наверх сначала по лифту, на лифте на этом, посмотрим, что там. А потом, если что, пойду и попробую с этими двумя акулами сразиться. Оставайтесь с нами.